Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы, всадники и олуха. Так, первый день, забираем с тобой древесину. Так, беззубик. Кстати, сумки вот эти нам нужны для открытия дракона. Насколько я помню, мы его специально отправляли за этим делом. Так, я решил, так сказать, собирать, да? На великого смутьяна хватит уже, ребят, тут, как говорится, дурачка валять. Для великого смутьяна нам нужен... Ну, нам нужны, опять же, сумки. Пойдем, отправим его в путешествие. Пускай добывает, ребят, пускай добывает нам нужные вещи. Так, 20 рун, прекрасно. С древесиной, я смотрю, у нас там полный завал. Поэтому давай-ка мы от нее как-то будем сейчас избавляться. Так, что нам здесь выпадет? Эх, мне бы, конечно, лучше бы похлебка. Потому что она как бы нужнее. Да ладно, вы мне рун даете? Ну, спасибо, сколько? 12. 12 рун, ладно. Барсик, отправим тебя опять в приключения. Слушай, а какой у тебя уровень, а? Блин, а нужен... Нужен, друзья мои, 90 уровень для того, чтобы у него открылось новое событие. Может быть, как-нибудь с этим заморочиться? Так, ну здесь бы я, конечно, лучше бы руны хотел получить. Но нам дают тусклый янтарь. Это неизбежно, блин. Да, ты мне почему-то в убыток пошла. Ладно, тогда по минималке отправим. Расскажи остальным. Бесплатно. Так, сарделька, у тебя что? Угу. Так, ну тут вариант невелик. Тут, скорее всего, либо руны дадут. А, нет. Дают яйцо. Ну давай открывай ты его уже, господи. Так, шоп от смерти. Отпускать не будем. Просто разместим его... В ангаре, друзья мои. Просто разместим его в ангаре. Вот, кстати, я хотел сказать, ребята, у меня кипятильник, как вы видите, уже получил эволюцию. Вот таким он стал. Красавцем он был зеленым, а теперь вот какой красавец. И пускай он там собирает эти миллионы рыбы, которые нам нужно для дальнейшего прохождения по заданиям. Так, огнепек. Огнепек у нас эксклюзив. Пускай летит. Эксклюзивные, друзья мои, я так понял, это лучше даже, чем редкие. Может быть, конечно, я не прав. Так, модификрылку бы как-то прокачать до сотки. Но пока, ребята, нет такой возможности. Так, ты у меня что тут, слюна, когти? Ну давай, наверное, когти, пускай летит. Пускай летит за когтями, типа. А, ты за древесиной, ты за рыбой. Так, зеленая смерть забираем, отправляем. Ты что тут у меня притулился-то? Хотя ладно, пускай пока сидит. Каши не просит, ничего страшного не будет. Блин, древесину надо, ребят, куда-то сбагрить срочно причем. Ну что там зафризило? Так, ладно, давай заберем, раз уж кликнул сюда. Древоруб, шторморез, парящий прихвостень. И у нас последний, ребята, пак. Ну-ка. 125, отлично. Да, конечно, отправляем его, ребята, опять же, за железом. И, наверное... Подожди-ка. Нам не хватает чуть-чуть, да? Нам не хватает чуть-чуть древесины. Так, заберем здесь дерево. Так, крылатый страж у нас поднял себе левелап. Так, где ты? Отлично. 640 миллионов древесины. Поэтому отправляем и тебя. Блин, он не древесину, он за рыбу, блин. Ах ты, обманул меня, но это моя невнимательность. И этот за рыбу. Вы издеваетесь, что ли? Вы, рыбники несчастные.
Блин, ну куда мне ее теперь тратить? Ага, у нас же этот еще парень, точно. Этот же парень тоже у нас. Вот так вот. Все, он полетел. Блин, весночес, весночес. Ну мне жалко, друзья мои. Я понимаю, что, конечно, круто его прокачать до 124 уровня. Но 4... Блин, это жесть. Вы же знаете, что я сейчас коплю в данный момент на прокачку ветряных мельниц. Нам нужно 2 штуки прокачать. И каждая, по-моему, по 7000 железа требует, чтобы прокачать. То есть, если их 2, нам нужно будет сколько там? 14000 железа, охренеть. Да этот, как всегда. Этот, как всегда, в своем репертуаре. Он не хочет, ребят, обучаться. Как я уже тут не пытался, он не хочет, он лентяй. Так, тут у нас целая команда древесников. Так, рыба. Рыбу, типа, мне некуда складировать, да, уже? Так, отказываемся и... Блин, вот это надо, и вот это надо. Ну, ценник. Нереальный ценник, ребят. Ну что они ломят-то такие цены? Блин, опять с древесиной он называл. Мне нужны офигенные драконы, которые бы требовали очень много древесины. Понимаешь, о чем я? Очень много древесины для, например, для того, чтобы их прокачать там на уровень или еще что-нибудь в этом роде. Так, куда мне рыбу теперь сбагрить? Ну, с рыбой, мне кажется, тут все понятно. Ее проще всего, ребята, потратить. Так, ладно, ладно, вижу я, что ты тут головой мотыляешь, просишь обратить на себя внимание. Обратил. Ну, давай тогда бремя гнильца, наверное. Хрен с ним. Пускай идет. 40, блин, железа потребовал, а? Для прокачки. Так, ну что, у нас 728 миллионов древесины. Куда ее втюхивать, блин? Ума не приложу. Так, смотри-ка. Этот у нас на следующем уровне уже будет 12 железа приносить, если мы его прокачаем. Ага. Ну ладно, лети. Это, конечно, копейки, блин. То, что я там потратил. Так, здесь у нас... Опять дерево, ребята, некуда, блин, потратить. Рыбу намного проще куда-то сбагрить, чем древесину. По-моему, ребята, все тут получается, да? Нам остается только лишь, где наш этот древесный страж. Давай, беги. Все, да? Теперь давай зайдем в сезонный абонемент. Заберем с тобой награды. Костры Белтейна. Так, мы одну награду насобирали. А на вторую чуть-чуть не хватит, да? Да, совсем немножечко не хватает. Ладно. Опа, и еще тут 30 рун приобретаем. Итого у нас 4230 рун. Здесь у нас просто древесина, которую я не буду, ребята, оттуда собирать. И так у нас ее очень много. Завал, так скажем. Стоит ли мне, может быть, подкопить? Да, я пока не буду, ребята, тратить монеты Одина. Ну, нет смысла. Да и не на что, грубо говоря. Меня другое интересует. Есть ли сегодня события у нас? Древоруб. И 12 рун получили. Да ну, да. Это издевательство, друзья мои. Это издевательство. 2 дня нужно ждать, чтобы я мог поиграть в стремительный против свирепых.
И что тогда мне делать? Идти опять набивать паки Одина? Другого варианта я не вижу. Наверное, так и придется делать. Обучить не могу. А где вот эти вот ветряные? Сейчас посмотрим. Так-то надо зайти в кузню, да? Получить больше викингов. А, даже три мельницы, ребята. Три мельницы. Вот они, ветряные мельницы. Слушай, а почему я думал, что 7 тысяч надо? 5 тысяч надо? Ребят, скоро? Да, в принципе, что? Скоро. Все. Одну мы с тобой запустили. Одну мы с тобой запустили. Ну сколько нам еще копить придется? Ёк-макарёк, 5 тысяч. Это если, грубо говоря, мы в совокупности где-то получаем около 400, да, по-моему, если не ошибаюсь, железа. 10 дней со с хвостиком там, чтобы накопить. Ну, естественно, могут где-то выпасть еще с какого-нибудь события. Но это все равно долго, долго, блин. Так, кошмарный престиголов, это обычный. Я просто хочу рыбу сейчас потратить куда-нибудь. Куда-нибудь. 4500. Вот этот, ребят, островочек я хочу приобрести. Подожди. А тут 5500. А ну-ка, какой из них покруче? Так, ну здесь вот мост сделать еще надо будет, насколько я помню. Он тоже же вроде как отдельно. Да, тут камня дофига. Ну, он вроде бы этот выглядит как бы побольше. Но этот подешевле, целую тысячу. Поэтому, наверное, все-таки будем открывать эту территорию. Так, что у нас тут? У нас больше здесь ничего нету. Ну, тогда, ребята, пойдемте вот сюда. Сделаем три поединочка. Заберем, так сказать, с тобой пак вождя. И забьем остальные ячейки, которые у нас сейчас в данный момент свободны. Ага, давай-ка. Прихвостня будем уничтожать. Блин, сардырка, ты достала. Эй, успокойся, не надо жарить. Повезло-то как. Блин. Не доглядел, что здесь чудовище. Сейчас добьет. На пониженную броню? Конечно. Конечно, ребят, добьет. Даже и не сомневался в этом. Единственная проблема, что мне теперь делать? Ну-ка давай так. Чуть-чуть не добил, гаденыша, а? Не так ты сделал, Рэй. Ну что ты, надо было бомбануть этого, этот бы уже добил бы его. Блин. Ступил. Но я с ним справлюсь, потому что слепота, опять же, вот выпадает. Я вешаю, бомбану, и он будет промахиваться. А мы за этот момент с тобой его ушатаем. Да, тут осталась одна атака. То есть бомбит кривоклык, и барсик добивает. Вот так вот. Так, ребятушки, у нас следующий поединок, и, в принципе, он будет изичным. Я надеюсь. Можно было бы, конечно, и этого бомбануть. Но этого проще всего разобрать в данный момент. Поэтому мы... Твою налево, что делает, а? Хиляемся тогда. Этот меня нисколечко не волнует. Вот больше вот эта вот роза.
ветров, блин. На тебе, до свидания. Ну что ты там кривляешься, болотник? Хотя надо было сделать на самом деле понижение брони, и тогда бы мы его уже бы разобрали. Все равно ему крышка. Так, ребят, ну это у нас, наверное, последний поединок. Ага. Блин, вот это меня нервирует прямо, а. Как-то он долго разбирается. Надо было все-таки змеевика добивать. Ну, видишь он. Если бы я сейчас, ребят, занимался бы... Ой-ой-ой-ой-ой. Вы что так жестко-то? Он пожирает энергию. Поэтому вот в первую очередь надо было его. Боюсь, Барсику моему крышка. Так. А ты куда? Промахнулся. Ну неужели? Твою же налево. Добьешь его? Да ну блин, ну как так-то? Ну как так? Ай-яй-яй-яй, все, крышка ему. Воспользовался, так сказать, моментом, чтобы добить, а? Давай так сделаем. И... ну и все, в принципе. До свидания. Так, друзья мои, ну что, как видите, мы с тобой выбили всего лишь два обычных пака. И пак вождя. Я за вторым не пойду. Так, шторморез, древоруб, чудовище, алая плеть. А почему я называю ее алая роза? Интересно. Громлезащитник и беззубик в коем-то веке. Мне кажется, прокачка беззубика это самое сложное будет. Эть, десяточки не хватит. Всего лишь десяточки не хватило мне. Блин, они стоят бедные, блин. И даже... я даже не знаю, куда у них... древесину потратить. Кстати, костолом, ребята, проще всего прокачиваться до 124 уровня. Так что надо бы не забыть и прокачать. Плюс еще один дракончик. Нам нужно 15. Дофигище. Это если... подожди секунду. Если нам нужно 15. Сколько у нас сейчас? По-моему, 4 дракона, да, прокачанных. А, 6. 6, ребята. Еще 12 драконов. Ну вот если мы костолома, будет 7. Блин. Надо, кстати, вплотную подойти тоже к этому, ребят, вопросу. Потому что мы с тобой ветряные мельницы прокачиваем для чего? Для кузни, верно? Да. Чтобы зал совета разблокировать, нам нужно улучшать драконов. Да, наверное, я все-таки, ребята, вплотную подхожу к этому вопросу и буду уже прокачивать вот этих всех наших. Ну, Барси, конечно, дорого обойдется мне. Смотри, у нас кто? Водорез может прокачаться в ближайшее время, да? Так, водорез плюс костолом. Это уже два дракона. Так, что там надо? Надо рыбу. Давай-ка мы с тобой потратим монеты Одина на рыбу. Вот что я подумал. Монету Одина мы потратим с тобой на рыбу. Да, я хочу купить. Раз, два, три, четыре, пять. Хватит? Да, конечно, хватит. Не хватит. А там, по-моему, один... блин, да что ты делаешь? А там, по-моему, ребят, всего лишь один пак дается, да? Рыбы. А, есть еще вот такой, конечно. Но это, ребята, смежный. Как бы тут и древесина, и рыбы. Оу! 120 железа выпало. Это круто. Блин, ну совсем чуть-чуть не хватает. Вроде бы больше здесь рыбу мне взять неоткуда. Хотя вот, есть еще такой, ребята. Давай, купим. И еще 180 железа. Серьезно? Вау.
Нормально, кстати, я тебе скажу. Так, 112, как раз, да? И, блин. Блинский блин, а? 1500 железа нужно. А я-то думал, что, ага. Дофига что думал. Но все равно, ребят, все равно. Надо качать. И с этим парнем тоже нужно разбираться. В общем, плотненько займемся с тобой сбором ресурсов для открытия Великого Смутьяна. Как его, Великий Смутьян, да, знаете? Вот на этого же мы копим, да? А, вопль смерти. Вот. Вопль смерти. В общем, надо будет обмен сделать дракона. Это для того, чтобы получить только один зуб. А нам нужно их 5. То есть мы с тобой получаем 5. Кто у нас открывается? Великий? Блин, да подожди ты со своим воплем смерти. Блин, я что-то подзаклинил. Так, подожди, еще награду получаем. Так, бабочки. Ща. Подожди секунду. В заданиях великого выполните обмен Великого Смутьяна. Великий Смутьян. Слушай, а зачем мне делать обмен на Великого Смутьяна, если он у меня есть? Подожди, я что-то не то делаю, что ли? Мне-то на самом деле нужен вопль. А, вот для чего. Вот для чего, ребята. Для того, чтобы вопля прокачивать, нам нужно выполнить обмен Великого Смутьяна. Тут видишь, как переплетается. Я и говорю, что-то вроде бы все должно быть норма. А я типа попутал. Нет, все правильно мы делаем с тобой. Надо вот эти вот рюкзаки или сумки, как их назвать, вот эти вот циновки, так скажем, и кувшины. Циновки, в принципе, не так много, 8 штук найти. Вот этих вот, да, много, по 25. Если бы хотя бы каждый раз бы приносили бы мне по 3-2 штуки, было бы уже неплохо. Хотя на корабле Йохана могут выпасть еще, попасться где-нибудь. Но этот шанс такой очень маленький и редкий, так скажем. Так, ну что, друзья мои, событий пока нету. И пока в отпуске, нам нельзя пропускать. И я буду заходить периодически в игру, забирать награды, отправлять наших драконов на поиски ресурсов. Чтобы как можно было быстрее за мой отпуск прокачаться здесь. Так, пожалуй, поступим. Ну, а на сегодня все, друзья. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.